Сегодня, в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу независимости. По традиции, праздничное торжество началось в Национальном парке независимости, где собрались жители Ашхабада и зарубежные гости. Под звуки государственного гимна президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов возложил венок к памятной плите мемориального комплекса. За ним последовали руководители и представители правительства, парламента, общественных организаций, политических партий, старейшины, главы дипломатических миссий, аккредитованные в Ашхабаде и зарубежные гости праздника. Все они выразили дань уважения национальным святыням Туркменистана.